Северодвинске также уже начали поздравлять женщин с наступающим 8 марта. 400 штук праздничных тюльпанов раздал депутат областного собрания Александр Дятлов. Его команда по округу Заозерный в городе Корабелов организовала ежегодный концерт к Международному женскому дню. На сцене выступили воспитанники детско-юношеского центра. Уже 15 лет мы постоянно поздравляем наших любимых женщин с 8 марта. Сегодня силами детско-юношеского центра ребята сами попросили, хотят организовать концерт для наших женщин. Мы пригласили всех жительниц нашего округа. На сцене также чествовали директоров школ, детских садов, предприятий, ЖКХ. Отдельно поздравили Четушаминых. Марина и Вячеслав отметили 60 лет в браке. Будем всегда рады вас видеть.